В Башкортостане проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Цель – сбор школьных принадлежностей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кумертау не стал исключением. Пунктом сбора, как и в прошлые года, стало отделение социальной помощи семьи и детям. Акция «Помоги собраться в школу» проводится 6-й год. Мы оказываем помощь малоимущим семьям. Это и многодетные, и неполные семьи, ну просто находящиеся в трудной ситуации. Самое главное – это собрать помощь в виде канцелярских товаров. Это рюкзаки, это школьные формы, это канцелярия, это письменные принадлежности. И вот этими помочь как раз нашим деткам. На сегодняшний день акция только набирает обороты, но уже принесла свои плоды. Предприниматели и простые горожане помогают в сборе вещей. На сегодняшний день у нас есть уже, пусть немного, но школьных принадлежностей в виде тетрадей, в виде карандашей, в виде рюкзаков. И самое главное, у нас есть школьная форма. Школьная форма новая, есть белые блузки, есть белые рубашечки, галстуки. То есть мы на сегодняшний день уже готовы открывать эту акцию для того, чтобы оказывать помощь. Но все-таки торжественное открытие будет в августе. Мы будем приглашать семьи, будем делать для них праздник и вручать уже все эти канцелярские товары. Организаторы акции говорят, что ни одна семья не останется без внимания. Например, в прошлом году многодетная семья Сергейчук, в которой 9 детей, получила помощь именно по этой акции. Лично моей семье помогла горбольница. Они пришли именно домой к детям, вручали именно лично каждому ребенку пакет со школьными принадлежностями, а детям-первоклассникам вручили помимо этих школьных принадлежностей еще ранцы. Поэтому я считаю, что такая акция в нашем городе существует не напрасно. Содействие семьи Сергейчук лично и акции в целом оказывает Любовь Панферова. В прошлом году вот девочки обратились, и я привозила 13 портфелей для первоклассников. Мне бы очень хотелось выразить благодарность большую Любовь Ивановне за ее оказанную помощь. И хотела бы попросить предпринимателей, именно у кого есть торговые точки с товарами для детей, что в нашем городе очень много нуждающихся, чтобы не отворачивались от детской беды. Это на самом деле беда нашего всего города, не только тех, кто взял детей. Акция продлится до 31 августа. Гуманитарную помощь можно приносить по адресу улица Ленина, 23.